Друзья, всем доброго утра. 19 апреля 2023 года. Рыбалка «Зеленый берег». Друзья, Александр Федорович сегодня у нас на рыбалке. Привет. Здравствуйте. У Александра Федоровича вот уже садочек. Приподнимешь, покажешь. Сколько у нас тут штучек уже? Семь хвостиков уже. Александр Федорович у нас приехал с вечером. Рассказывай. Это все у нас до запуска, как бы. Ну да, вчера. С вечера поймал 3 штучки, потом ночью, ну это в районе где-то 12 до 2 ночи, еще 3 штучки, и сейчас вот утром еще одну взял. Клюет на резину, розовая резина. У тебя нет ее с собой смотреть? Нет, ну типа подобие, вот это такая, а есть у меня, ну вон кусочки еще остались. Бледно-розовая, да? Бледно-розовая, да. Кул-плейсовская, да? Да. А горизонт? Ну, сана, считай, со дна. У тебя со дна практически? Да, практически все со дна. То есть, друзья, это у нас сторона около забора. Здесь, получается, клюет со дна. Да. Так что, ну все, время у нас 7:45. Я думаю, сейчас еще запуск. На запуске что-нибудь мы поддергаем. Крокодилов, да. Лососей. Так что, друзья, рыбка поклевывает, приезжайте.